Желающих встать в бессмертный полк с портретом героя своей семьи становится все больше. В прошлом году по площади имени Ленина прошли около 7 тысяч читинцев. Координаторы напоминают, регистрироваться и оставлять заявки для этого нигде не нужно. Главное – прийти со штендером, сделанным своими руками или заказанным в типографии на улицу Выставочная. Построение продлится с 8 до 10 часов утра. Полк формируется следующим образом. Каждый приходящий становится за тем, кто уже пришел. И это нерушимое правило построения этого полка. Вот этой вот иерархии, что я особенно слышно, это вот я вот потомственный военный, и я вот в форме, я должен идти впереди, или там у нас где-то там трижды герой Советского Союза, это мы все очень жестко пресекаем. Начало движения полка начнется примерно в 10:40. Колонна пройдет от улицы Ленина до мемориала. Кстати, как отмечают координаторы, наличие музыкального сопровождения только приветствуется. А вот брать с собой политическую или коммерческую символику какой-либо организации строго запрещено. Также организаторы акции призвали всех, кого на работе обязывают участвовать в бессмертном полку, а обычно, по их данным, это происходит в районах края, писать им в соцсетях, например, в группе ВКонтакте. Валерия Квашнина, Евгений Погорелый, ЗАП ТВ.